основу питания, которую составляют павшие крупные животные. С павшими крупными животными сейчас тут есть некоторый напряг, потому что животноводство резко снизилось с советских времен. Диких копытных тоже, прямо скажем, не запредельно много. Тоже снизилось очень сильно. Вот Константин это все знает в подробностях, в деталях. Он все это изучал реально. Сам проводил учеты. То есть, вот. Но суть в том, что, короче, копытных мало, трупов мало, проблемы у падальщиков. Мы решили попробовать им помочь и замутили вот проект по подкормке птиц-падальщиков. Выиграли небольшой зарубежный грант, скромный, там на 6-7 тысяч долларов на год. На эти деньги мы приобрели несколько фотоловушек. Влада, я вот несколько лет уговаривал: Влад, давай купим фотоловушек. Пока у него было дофига денег, он не купил. Потом деньги кончились. Временно. Ладно. Короче, мы выкладываем. Да, и также на имеющиеся вот ресурсы небольшие мы закупаем требуху. Вот здесь же на Зенина, на забойном пункте, на убойном. И ребята из заповедника, хорошие, тут есть как минимум двое очень таких дельных ребят. Жаскайрат Нурмухамбетов, это заместитель директора по научной работе, хороший полевик, орнитолог. И второй Ахтан Мухашов, тоже научный сотрудник, пока менее опытный, но тоже очень такой молодец парень, интересуется, участвует, помогает. В общем, таким людьми очень приятно иметь дело и приятно помогать. И, собственно, вот этот проект мы заявляем именно от Жаскайрата, от Кайрата, поскольку он имеет хороший статус, он имеет возможность постоянно бывать в заповеднике. Ну, а мы здесь бываем наездом, поэтому у нас сложился такой хороший триумвират. Я обычно генерирую некие идеи и излагаю их на русском. Володя все это переводит в хороший английский и в онлайн всякие версии, которые для меня тоже большая проблема. А Кайрат потом является основным, вот Кайрат с Октаном, они основные исполнители, ну а мы там по возможности как-то подтягиваем, участвуем. Ты скажи о главной заслуге. В результате в 2016 году мы хороший очень реализовали этот проект, у нас куча интересной информации, есть статья, потом скинем ее, хорошая публикация на русском и английском. Нам прилетела куча птиц всяких интересных, пришло куча всяких интересных зверей. Самая такая фишка, как бы проект ориентирован на падальщика птиц, но тем не менее... И как бы, ну, побочные некие результаты, они тоже бывают очень интересны. Например, в прошлом году у нас сфотографировался каракал ночью, пустынная рысь, которую я много лет уже мечтаю. И, ну, все мы мечтаем, что там скрывать. Ну, вот Константин чуть ли не единственный человек. Это же в этом году вроде каракал пока. Нет, в этом году... А был в том году, и в этом каракал как бы нам нет, попадается. Это вот другая уже... группа, это вот Ковчег. А, ну да, это другая группа, это не мы. То Ковчег, они сняли дневного каракала изумительно. Вообще, кстати, забегая вперед, да, фильм изумительный. Фильм классный, умный, там нет никаких глупостей. Ну, они не биологи, поэтому там чуть-чуть бы я бы им бы посоветовал. Но это уже как бы советовать можно до бесконечности. В целом фильм очень умный, грамотный. Там нет глупостей, там нет ошибок. Изумительные съемки, молодцы ребята, просто молодцы. Я с ним пересекался один раз лет 10 назад в России на Богдинско-Баскучастском заповеднике. Вот, ну, а сейчас они вообще стали монстры. Причем, что очень подкупает них, то, что они вот, ну, как бы не гонятся за дешевыми сенсациями. Они 10 лет, блин, отработали в Мангистау, прежде чем выдать продукт. И, ну, в общем, это чувствуется. Да. То есть их съемки животных у реалов тех же, это, ну... Продукт они выдавали каждый год, но такой... Ну, итоговый такой вот, да. Супер, там, и интрига, и, ну, в общем, супер, фильм изумительный. Вот, ну, а у нас, да, кстати, очень хорошо там кончается этот фильм, что-то они мечтали увидеть леопард, ну, как бы им показалось, что там вроде мелькнул леопард, это все видел. Вот вдруг у нас в этом году супер удача, на которую мы никак даже не рассчитывали, никак, никогда. У нас вдруг ночью приходит леопард, реально настоящий уже леопард, не степной. Вот. На наши ловушки, установленные на подкормке птиц-падальщиков. Это супер круто. До этого в Казахстане было три достоверных факта убийства леопарда, которые как бы, ну, были задокументированы, так или иначе. Вот у нас с Константином есть заметочка небольшая по этому поводу. Одна в Жамбульской области довольно давно, в 90-х. И в 2007-2015 годах леопарды были убиты в Мангистау. Но этот еще бегает. Вот. И вот это четвертый случай достоверный. Слава богу, живой. И, в общем, вот тут очень приятно, что как бы возбудилась и общественность, возбудились и всякие организации природоохранные. В результате АСБК, который в данном случае представляет Владимир, на деньги немецкого проекта организует экспедицию, привлекает Константина как
самого опытного тариолога, наверное, в Казахстане, ну или одного, по крайней мере, из самых опытных, это уж точно, без сомнений, так сказать, ну, а Володя как представитель СБК, ну, а меня как типа человека, который вот имел непосредственное отношение к нахождению первого леопарда, вот поскольку проект, в общем, придумал я. Ну, естественно, вот не один, а с коллегами. Вот, в результате мы съездили сейчас, интересно, поставили ловушечки дополнительные и ждем новых результатов. Это все здорово, это все очень интересно, это само по себе как бы открытие научное, это можно писать статьи, можно там давать интервью, все круто. Но для нас, наверное, это как бы, ну, очень круто, но, наверное, это не как бы, и результат, конечно, это очень хороший результат, и мы надеемся на дальнейшие уточнения, там, больше информации, но для нас это в то же время средство, как мы считаем, что это хороший повод вновь вернуться к проблемам, которые здесь есть. А проблем до хрена. Главная проблема, что Фишинский заповедник, созданный в 84 году, да, то есть ему уже более 30 лет, он как бы еще тогда при создании, Константин, в общем, вот, я так понимаю, принимал непосредственное участие в процессе его создания, организации, да, и, к сожалению, тогда пожелания специалистов не были полностью учтены. Территория была не такая, как рекомендовали эксперты. Но до недавнего времени это было не особенно важно, потому что места глухие, добраться до туда тяжело, населенных пунктов там поблизости особо нет. И поэтому, ну, там не входит вот пески, например, заповедник, конечно, жалко, но как бы особо, ну, это никого не напрягало, потому что джейраны из заповедника уходят зимой в эти пески, каренджары, ну, и там нормально себя чувствуют. И особо их там, как бы, ну, конечно, беспокоили время от времени наверняка, но не катастрофично беспокоили. До недавнего времени все было хорошо. Но времена меняются. И, как оказалось, меняются они в худшую сторону. В общем, выяснилось, что сейчас практически вся территория вокруг заповедника поделена уже на участки, которые отданы, либо уже отданы конкретным организациям для разработки нефти и газа, либо находится на стадии как бы аукциона, то есть скоро будут отданы. Когда я сюда впервые попал, в 2010 году, я настолько впечатлился всей этой красотой, что как-то у меня сразу мелькнула мысль, что, блин, ну это настолько круто, это вот сопоставимо там с Гранд Каньоном Колорадо, это сопоставимо там, ну не знаю, ну с самыми-самыми лучшими образцами природы мировой. И, наверное, ну, как бы я слышал, тоже книжки читал, там фильмы смотрел, что самый крутой уровень международного признания ценности ландшафта и вообще природные объекта – это всемирное природное наследие ЮНЕСКО. Угу. Я как-то сразу так, блин, вот бы создать тут. Ну, я в этом нифига не понимаю ничего. Тогда не понимал вообще ничего. Угу. Сейчас понимаю мало. Но как-то эта мысль, она вот так свербела в мозгу. И я ее, ну, хрен ли, мыслей много, толку нет. Потом, через пару лет, мне повезло, я познакомился с очень интересным немцем. Зовут его Тиль Дитерих. Он прекрасно говорит по-русски. Еще в студенчестве он приехал в Казахстан, завис здесь, влюбился в природу Казахстана, женился на казашке, родил двух детей немецко-казахских. И Тиль был одним из основных движителей процесса по созданию первого объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, это Сарыарка, степи озера Северного Казахстана. Он там жил, он там работал, он там парил с лошади, он там... Что только не было у него там. Угу. В результате они пробили эту тему. Де-факто они это сделали. В Казахстане это был первый объект. Сарыарка сейчас входит на как вход? Как гео... Нет, это объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Угу. Такой официальный статус. Там паспорт есть, все дела, там все. Все угу. как положено. Все уже сделано. Угу. Это уже вот. Это престиж Казахстана, это ну круто, угу. что в стране есть такие объекты. Угу. Когда Тиль показал впервые фотографии, рассказал взахлеб про Усть-Улус, он сказал, что это интересно. Фотографии очень впечатляют. Через годик он сам приехал сюда вместе со мной. Мы с ним заехали в заповедник. Он все это увидел своими глазами. Он еще раз что? Он немец, биолог, вольный стрелок, работает на разные организации, представляет немецкий союз охраны природы НАБУ. Он является их как бы... К ЮНЕСКО не относится? Нет, к ЮНЕСКО он не относится, но он... как бы знает эти механизмы, и он реально их прошел уже однажды. То есть он был основным толкачем. У него даже есть грамота, подписанная тогдашним министром Казахстана охраны природы, там, который подчинялась тогда. Тиль Дитерих. Особую благодарность выражает ему за активные усилия по созданию этого объекта всемирного природного наследия. Ну, должен быть.
Вот. Киль приехал сюда, офигел тоже от всей этой красоты, сказал, что да, несомненно, по его мнению, это да, это вот тот самый уровень. То есть, а что, почему такое мнение? Это какой год был? А? Это какой год был? Это было лет 5 назад. Значит, почему мы, и я, и он, и теперь уже многие так считают. Первое, великолепные ландшафты. Те станции, чинки, прекрасные. Первое. Второе, очень интересное биоразнообразие. Здесь так называемые представленные, отлично представлены так называемые пустыни с холодными зимами. То есть все природные комплексы, они по международной классификации делятся там джунгли, тундра, тайга. Пустыни бывают разные. И вот там Сахара это одна пустыня, грубо говоря, Гоби другая. А здесь вот так называемые пустыни с холодными зимами. То есть летом жарко, зимой холодно, осадков мало. И вот в этих условиях формируется своеобразный животный растительный мир. Киль, поскольку в этих делах сведущ, он выяснил, что на сегодняшний день в мире пока еще нет ни одного объекта всемирного природного наследия, которым представлен вот эталон вот этих пустынь с холодными зимами. То есть главное, как бы для, как он вот как профессионал, для него главное даже не красота вот этих вот там вот жиры там чинков, а то, что вот здесь прекрасно представлена экосистема вот этих пустынь холодного зимы. И растения, и животные, вот весь комплекс. Нигде не встречается. И он плохо, он мало пока еще мало изгажен, мало трансформирован человеком, относительно мало. И, ну, плюс красота ландшафта, плюс геологическое прекрасное вот это вот обнажение там древнейших всяких пород. Плюс палеонтология, вот эти зубы, акулы, что там только нет, там морские ежи, бельмиты, аммониты. Плюс интересное очень культурное наследие. Константин с коллегами из разных-разных стран, из Италии, блин, там Австралии, Бельгии, Франции, приезжал уже Армении, не раз уже привозил их как проводник, и они тут очень серьезно на Устюрте изучали араны, так называемые, эти вот стреловидные структуры, ловушки. То есть, короче, они считают, убеждены, и им можно верить, это специалист мирового уровня, что даже вот если вообще сейчас не рассматривать всю природу, то вот только уже эти наличия этих аранов, это уже повод для, ну, как бы, восхищения и сохранения, и заботы, и охраны. А все в комплексе, это просто вот однозначно дает. Идея сформировалась. Мы ее стали продвигать, стали ходить к разным чиновникам, к разным начальникам, пытаться ее донести. При начале эту идею все очень хорошо слушали. Блин, классно, идея, говорят они. Идея. Да, кстати, еще, да, надо одну деталь. Для нас вот это придание статуса объекта всемирного природного наследия – это, конечно, круто, но это как бы, ну, для нас не было самоцелью. Изначально мысль была такая, что... Костя, не налить ли нам? Изначально мысль была такая, что вот заповедник, он есть, это очень хорошо. Но Устюрт огромный, Устюрт интересный. И тут есть куча интереснейших мест, которые либо имеют статус охраны не очень высокий, либо вообще его не имеют. Мы сейчас знаем точно, что здесь есть несколько ценнейших, совершенно уникальных природных объектов, больших территорий, которые, несомненно, не менее ценны, например, чем заповедник, но пока не имеют вообще никакого статуса. Например, самый яркий пример – это Чинк Капланкир. Это Чинк Капланкир, который находится на границе Казахстана и Туркмении. Угу. Вот только что мы прошлой весной, этой весной с Володей там побывали. Ездили, нам очень, да, повезло. А? Ездили, да? Да, мы туда ездим, получили разрешение у пограничья. Это погранзона. Угу. Там вообще нет никого людей, кроме пограничья. Вообще никого. Угу. Там пока много животных. Там не менее великолепные пейзажи, такие же обрывы, чинки, останцы. То есть, ну, в общем, это ничем не хуже вот Устюртского заповедника. И эта территория пока не имеет никакого статуса вообще. Ну, просто земля и земля. Вот. Есть и другие места, например, Жигалган. Интереснейшее место, следы древних животных. Папоротники там. А? Папоротники. Ну, пока не имеет никакого статуса. Там, ну, еще... Наверняка в горном Мангышлаке есть достойнейшие места. Есть еще так называемый северный Чинк Устюрта, кусочек на севере, в Бинеусском районе, который тоже, несомненно, заслуживает внимания. Там кусочек Чинка Данестау, кусочек северного Чинка. В общем, такие территории есть. Перечислять не обязательно их все. С ЮНЕСКО к нам же приезжали эксперты. Я знаю. Да, с геопарком. К сожалению, вот сейчас мы к этому подойдем. Ага. Ага. К сожалению, все пошло немножко не так, как хотелось. В курсе, да, который, что они приезжали, в этом году они приезжали? В курсе. Угу. Но нас это, как сказать, радует. Не обрадовало? Нет. Не сказать, что это не обрадовало, но не очень сильно, потому что изначально предполагалось все лучше.
Да, конечно. Поскольку уже налито. Да? Блин, извини, извини, я за пронеделся, как всегда. Это мое обычное состояние. Костя, ты как всегда прав, с тобой противно спорить. Бесполезно, точнее. Так, ну что, за природу, мать нашу, которая нас познакомила, свела. Я вот это вот хотел очень красиво выложить в YouTube под, под названием «Проблемы Устюрского заповедника». Но придется добавить небольшой тост. Чтоб он жил и процветал. Давайте выпьем и продолжим разговор. Так, ну дальше я уже записывать не буду, ибо у меня просто на телефоне не хватит места. Значит, а дальше пойдет ненормативная лексика.